привет, с вами Кити Кейт, и сегодня мы поиграем в моих милых и маленьких малышей. Кстати, а ты любишь сюрпризы? Ведь наши девочки и мальчики из шаров сюрпризов. Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. Я пока с ними немножечко поиграю, приберу немножечко, покормлю, конечно же. А то, наверное, мои малышики очень голодные. Нет, кажется, кто-то там хочет спать. Да ладно тебе вредничать еще. Посмотри-ка на них. Вредины какие собрались. Вредничают и вредничают. Ладно, все, все пришли есть. Интересно, куда они все бегут вообще? Сейчас надо бы проверить. Вдруг там что-нибудь новенькое и интересное. Ага, мусор пошли перебирать. Да, конечно. Мусор от них конек точно. Эй, кто здесь? Это ты что ли такая красоточка взяла и кексик оставила? Безобразие, безобразие. Ладно, иди покупайся пока немножечко. А я пойду посмотрю, куда там топают все наши друзьяшечки. О, коробочка с сюрпризом. А денежки лишними не бывают. Слушай, здесь что, новое яйцо? Посмотри, какой шар-сюрприз, он с крылышками. Интересно, кто там попадется? Давай скорее откроем его и посмотрим, кто же там будет. И еще немножко. Ух ты, смотри, какая милая девочка. Интересненько. А когда она вырастет, у нее тоже крылышки будет? Будут. Сейчас проверим, посмотрим. А пока немножечко поиграем. Кажется, наша малышка уснула. Даже вот ножками умеет сосочку подкидывать. Ладно, пусть она спит там, отдыхает. А я посмотрю, чем заняты другие ребята. А они еду выпрашивают. Что? Что, простите? Все голодали немножечко. Да кушайте, кушайте. Мне же не жалко. У меня еды, знаете ли, целый холодильник. Для вас все что угодно. Только ешьте и не делайте тут всяких кучек своих. Если что, проситесь в туалетик, а то, знаете ли, не очень приятненько за вами все это убирать. Кстати, вы знали, ребята, что мои малыши и бутылочку могут поесть, и кашку с ягодками? Вообще это странно. Так, а ты что сделала такие большие глаза? Фух, я уж подумала кексики. Ну-ка, а, я все видела! Ты что творишь? Зачем ты это сделал? Я же сказала, проситесь в туалет. Эх, малыши. Ладно, что уж поделаешь, маленькие, видимо, еще не умеют еще с собой совладать. Ладненько, давай подождем, посмотрим, кто же все-таки будет в этом шаре. Потому что я очень уже хочу посмотреть, какой малыш там будет. Это же так интересно. О, все готов. А ты что большие глаза делаешь? Да ладно, вы что тут устроили? Нечего тут рыдать, сами кексики оставляете, а потом рыдаете. Вижу ваши большие глазки. Так, разбегитесь-ка ненадолго, я посмотрю. Смотри, какая у нас девочка. Это же фея настоящая. Ребята, если вам нравится эта девочка, обязательно ставьте ей лайк. А я пойду поищу, где у меня девочка-кексик. А я их всех ведь понаряжала так, что теперь... О, еще один подарочек. Сейчас вернемся, подождите-ка секундочку. Мне надо девочку-кексика. У нее розовые волосы должны быть. Интересно, где она? Где девочка-кексик? Сейчас поищем. Так, это не девочка-кексик. Вот она. Вот, мне кажется, вот это девочка-кексик. Сейчас проверим, она это или не она. Полетели. И посмотрим. Ну что, точно это она. Я их так наряжала, что сама уже запуталась, кто из них есть кто. Это прям очень странно. Пойдем посмотрим эту девочку нашу новенькую. Поподробнее. Ух ты, смотри, какой у нее красивый наряд. Кстати, мы можем ей устроить другой наряд, но тогда мы точно не узнаем потом, где наша девочка была и какая она есть. Мне, кстати, вот это черное платье очень нравится, оно, мне кажется, миленькое. Ей розовое идет. Эх, я даже не знаю, что ей делать. Что, будем наряжать в нарядике? Или не будем наряжать, или мухоморчики. Или... О, вот смотри, еще какое платье есть. Смешное, слушай. А это что? Это для мальчиков, наверное, пижама. Ладно, давай наденем вот это платье. Или фею. Не, давай фею оставим. Ну что, она зря, что ли, крылышки наряжала. Тем более, она такая миленькая. Ну что, может быть, все-таки подарочек откроем? А то ведь интересно, что там будет. Давай-ка посмотрим, что же там. Это качели! Ух ты! Я просто обожаю качаться на качелях. Кстати, если ты тоже любишь качаться на качелях, обязательно ставь лайкосик, а я пойду малышей поведу туда. Ой-ой-ой, еще эти не идут. Боже мой, да что ж вы все отвлекаетесь? Что ж вы все отвлекаетесь и падаете? Мне ж тут второго компаньона надо.
Пошли давай, пойдем. Да не делай ты такие большие глаза. Смотри, что я тебе покажу. Это ж просто прелесть какая-то. Качели прям очень классные. Да что ж ты, не хочешь на качели, хочешь целоваться? Ладно, иди целуйся. Иди тогда в песочницу поиграй немножко. Я хотела в качели покачаться. Они ж такие классные, они ж такие милые. Кстати, не забывайте ставить лайк, если тоже любите качаться на качелях. Ну и вообще на всяких аттракциониках. Потому что это всегда весело. Боже мой, что-то у меня глаза заребило от такого количества малышей. Мне кажется, у меня мини-детский сад превратился в супер-макси-детский сад. Посмотри, какая толпа, их аж лагает немножечко. Боже ты мой, да почему ж вас так много-то? Какой кошмар, ужас. Я, мне кажется, не готова была на такое количество малышей. И еще я хочу вот этого, мне кажется, это все-таки мальчик, а я его как-то в девочку нарядила. Ну посмотри, он больше на мальчика реально похож. А платье все, да платье. Думала, что как же быть. Давай-ка, знаешь, что ему наденем? Например, вот эту пижамку можно надеть на него. И шапочку от пижамки, я догадалась. Ну, в целом, у меня, да, с догадками не всегда с первого раза все сходится. Но догадалась же, так что все нормально. Так, мне еще надо ему черные ботиночки какие-то. Ой, с носочками, как-то не очень. Может, вот такие? Да, вот давай такие. Если тебе нравится, какой он получился классный, обязательно ставь ему лайк. Ух, разбежались все малыши. Давай сейчас знаешь, кого переоденем? Сейчас, мне там еще один малыш смущал его наряд. Так, этот все хорошо. Давай вот этого грибочка сейчас немножко попереодеваем. Мне вообще нравится, что у них много одежки. Кстати, вот это, мне кажется, нет, это девочка. Подождите, это девочка, то есть ей можно и платье тогда надевать. А я-то подумала, что это мальчик, если честно, потому что мне показалось, что он похож на мальчика. Можно надеть джинсики, какую-нибудь крутецкую футболочку. Кстати, вот есть красная. О, крутая! Можно, кстати, вот такую еще надеть, но она не очень подходит. Нет, давай платье подберем тогда. Платье. Сейчас посмотрим. Вот, давай вот это платье. Смотри, ну какое красивое. И какое миленькое. Еще можно конфетные какие-нибудь очочки. А это что за очки? Очки динозавры, да ладно. Боже мой, какая красота здесь есть. Я и не знала, что здесь так много всякой разной красоты. Точно, давай сделаем из нее принцессу. Ей очень идет. И хвостики даже к принцессе тоже подходят. Если тебе нравится, лайкосик ей ставь. Ой, какая же она довольная. Интересно, а сможем мы еще одно яйцо открыть? Нет, нам нужно следующее яйцо вначале получить, чтобы открыть еще одно. Кстати, смотри, сколько у меня малышей. Малышей уже есть в этом мире. А что? Их можно... Смотри, как можно было делать! Их можно было, чтобы искать. Можно было просто выбрать и отправить сюда. А что раньше-то не сказали? Я тут мучилась, не знала, кто из малышей кто. Эх, буду знать теперь. Теперь мне будет намного легче. Потому что это же сразу упрощает задачу. Ну что ж, ребят, а на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч. А я пойду поухаживаю за моими малышиками и приберусь еще немножечко, а то у них как-то не очень-то и порядочно. Сейчас все будет в лучшем виде. Смотри, вот здесь осталось прибраться, и весь дом их будет чистый и красивый. Надеюсь, когда мы в следующий раз придем, здесь останется все так же чисто. И никто больше ничего не намусорит. А то, знаете ли, эти малыши бывают, что мусорят так, что мама не горюй. Ладно, ребят, на сегодня все. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы приходило уведомление. И ставить лайкосики, если понравилось это видео. Всем пока.